среди военнослужащих бригады 143. По традиции парад состоял из двух частей: прохождение 20 пеших парадных расчетов и 60 единиц боевой техники. Легендарный танк Т-34, советский серийный танк Иосиф Сталин, боевая машина реактивной артиллерии «Катюша». В колонне прошли современные БТР, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, ракетный комплекс «Искандер-М». Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. Торжественным маршем на площади Советов прошли более 1000 военнослужащих и подразделения вооруженных сил Монголии. На протяжении всей войны Монголия отправляла на фронт продовольствие, лошадей и финансово помогала Советскому Союзу. Парадный расчет, подполковник Отгонтолга. Сегодня мы отдаем дань уважения нашим ветеранам, склоняем головы перед светлой памятью павших. Ценой своей жизни они отстояли мир и свободу для нас с вами и для будущих поколений. Мне 85 лет, у меня отец погиб под Москвой. Фотография его находится у моей племянницы, она в Москве живет. Но я настроен, чтобы все было хорошо в Бурятии и в России, и чтобы наши люди жили хорошо, здоровыми были, и дети росли много-много-много. Ну, желаю всему Улан-Удэ, всему народу, российскому народу и СНГ здоровья. Отец в 42-м году ушел, не вернулся. Вот мы все, я действительно поколение войны, послевоенный тыл, настоящий человек. Вот сейчас много-много лет мне, еще хочется жить счастливо, вот хочется жить, понимаете? Диана Левина, Нима Роднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».